Мне кажется, что весь кошмар там, последних 2500 лет связан с тем, что, в общем, никак мы не могли определиться, что же такое человек. Там, то людьми считались только там, граждане античных полисов, то там только свободные люди, ну, остальных можно было там продавать, дарить. Ну вот, собственно, сколько там, 160 лет назад, да, у нас тут могли людей дарить. Я всегда на семинарах привожу пример о том, что еще в 30-е годы в европейских демократических странах в зоопарках держали людей. Аборигенов Австралии и Новой Зеландии. А их не считали людьми. Их считали как раз недостающей промежуточной цепью. Причем их держали часто в клетках вместе с обезьянами. И такие, ну, прогрессивные дарвинисты, просветители, не фашисты, показывали, значит, там, не знаю, приходящим детишкам, что вот, видите, вот мы, венец эволюции, вот обезьяны, а вот, видите, рядом промежуточное звено. То есть в 30-е годы, еще до Гитлера. То есть в этом смысле как бы все это очень новая штука. О том, что вот все люди — это, в общем, люди. Вот 2500 лет мы никак не могли договориться, все ли люди — это люди. Ну вот, наверное, там после Второй мировой, там с системой ООН, там, не знаю, всеобщая декларация прав человека, вот вроде как договорились. Thank you.